Объявлено о возвращении на сцену умирающей от рака Заворотнюк. Сенсационное заявление о больной раком Анастасии Заворотнюк сделал ее директор Стас Христов. Он сказал, что артистка может вернуться к концертной деятельности. Как и когда это будет возможно, представитель актрисы не уточнил. Существуют объективные сомнения, что это вообще осуществимо, ведь рак у Заворотнюк достиг, по слухам, 4-й стадии. Тем не менее, Христов предположил, что рано или поздно звезда «Моей прекрасной няни» снова выйдет на сцену. Конечно, ответил он на вопрос журналиста УРА. РО о возможности возобновления концертной деятельности Заворотнюк. Подробности о состоянии здоровья актрисы он раскрывать не стал. Как известно, близкие предпочитают держать в секрете информацию о ее диагнозе. Отметим, что противоречивые заявления Христова наделали много шума в СМИ. Например, раньше он заявлял, что Заворотнюк обязательно даст интервью, в котором расскажет правду о своем диагнозе. Беседа с журналистами должна была состояться в сентябре 2019 года, но этого так и не случилось. Публикация фотографии из Инстаграм. Позже представитель актрисы сказал, что интервью записано не будет. Похоже, это связано с резким изменением состояния здоровья звезды «Моей прекрасной няни». Напомним, что рак у Анастасии Заворотнюк обнаружили год назад. По предварительным данным, сначала она проходила лечение за границей. Успеха достичь не удалось, и тогда ее перевезли в Москву. Внимание на экран! Коллеги Анастасии Заворотнюк после страшных новостей об актрисе в срочном порядке пошли. Еще могут быть документы, конечно, конечно. Но послушайте, это самая страшная болезнь. Те, кто, естественно, верит. И, безусловно, желать человеку здоровья. Предположительно, Заворотнюк провели две операции. По слухам, она находится в стабильно тяжелом состоянии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Зачитали право. Новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками. Мужчина сзади. Сексуальная Гузеева встала в пикантную позу. Это осознанная пауза. Джанабаева поделилась самым сокровенным. Хабалка Тимошенко унизила жителей Донбасса. Загадочное исчезновение Лукашенко озадачило белорусов. И многое другое.